Педагог, учитель истории и обществознания на пенсии Галина Дрынова переехала к дочери Воденцова из Петрозаводска 3 года назад. О проекте «Активное долголетие» узнала случайно, но участвовать в нем решила сразу. Началось все с экскурсий, которые Галина Евгеньевна регулярно посещает. Я активно осваиваю Подмосковье. Уже была, наверное, на 20 экскурсиях и в Павловском посаде, и в Сергиевом. Экскурсии очень интересны. Вот за это большое спасибо организаторам. Еще Галина Евгеньевна очень любит вязать и делает это искусно. А сейчас она начала ходить и на занятия по психологии. Признается, в основном ради интереса и общения. Чтобы расширить круг общения, потому что, представьте, я в Петрозаводске жила, училась в школе, в университете, у меня все там друзья, знакомые, а здесь пока очень узкий круг общения. Это всего второе занятие группы. Здесь педагог-психолог Одинцовского центра сопровождения настраивает своих учеников на позитив, обсуждает с ними волнующие старшее поколение темы. Найдется место на курсе и для нейрогимнастики и релаксации, и для развития познавательных функций и поддержания памяти. Рассмотрим некоторые методики релаксации, да, то есть научу так, как можно снять тревожность, снять стресс, техники дыхания, которые помогут нам восстановить эмоциональное равновесие. Также мы будем использовать рисование, это арт-техники, которые помогут нам опять-таки привести свое состояние в порядок, если нужно. Будем использовать такие методики, как музыкотерапия, кинотерапия. Уже сейчас в клубе открыты 2 группы по психологии, в каждой около 10 человек. Активность для старшего поколения новая, поэтому в подборе материала преподаватель ориентируется на коллег, которые ведут похожие занятия в других городах, а также на запросы самих долголетов. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».